Сегодняшнее, 21 мая 2016 года, мелочное. Мне безразлично, мечту же страшно. Под слеповатой петербургской ночью тянет из окна на поводках выгуливаемые собаки. Залают и заткнутся только несколько раз, страивая сны за окнами кругом. Я щурюсь в полумраке, на столике вблизи черствеет только кулича. Конечно, это страшно неприлично, она мне в крайней мере безразлична. Собаки-соловьи за стенками чужие сны. Уже вот это страшно.